Ну, у мене не ротек, давай. Снежин все же лучше, чем Скоробей. Ну, конечно, крутая карта, и часто она возвращает в игру, но нет. Я Снежин возьму, он более стабильный. Алый крестоносец легко. Хекс, ура. Привет, как собирал... Как я собирал паки? Морс, ты о чем? На основном аккаунте я арену играл. Значит, сделать скилл ТУЗ 100%. Значит, здесь. Здесь. Ну, на целительнице вообще-то больше мне пока нравится, чем вольный элементаль, потому что оверлодов у меня пока нету, и хрен его знает, будут они или нет. Да, я возьму на целительницу. Фаерлем всегда. Рокбайтер, здорово. Ну, я знаю, корабельная пушка лучше, чем сокрушитель, хотя, в принципе... Ой, чародей, вернее, хотя можно и рокбайтер ему дать, но нет. Мне не хватает двойки. Нет, двойки. Грозами. Мечта. Великий бритер будет лучше, чем башня из пигмеев, лучше, чем владыка смерти. У меня, да, есть вроде тяжелые такие ребятки даже. Герой Штормграда лучше, чем туннельный трог. Да. С тяжелыми картами мы, по сути, закончили. Больше нам особо-то и ничего не надо тяжело. Нам нужны какие-то быстрые карты. Значит, Хмелевар его забирает. Ну, есть кого забирать, но это все равно тяжелые карты. Я лучше жабу возьму. Жаба лучше. Ну, туннельный трог, опять же. Нет, у меня есть гроза, как я релоуд. Но... У меня нет Флэнктон тут. А, у меня еще есть Огнестраж Разрушитель. Мне все равно кажется, что лучше я служителя возьму. Да, возьму служителя. Давай. Ну-ка. Блин, тоже тяжелая карта. Еще один огнестраж. Фаерлем. Дичь. Окей. Значит, речь за темп мне не нужна. Мне нужно вначале держаться за стол. Отдаться. Поэтому пальцы силы легко. Еще один кекс. Ну хорошо, здесь трога я возьму. С топором-то особенно круто. Два топора, давай. Мне не нужны тяжелые карты, 100%. Чокнутый подрывник. Мне не нужен дроу совершенно. Ну такой дроу, ладно, может быть я возьму тебя. Заводной рыцарь, да нафиг ты мне нужен. Да, я тебя возьму. Я не думаю, что мне нужен Кракен. Я лучше думаю, возьму пятерку. Кракен слишком дорогой, у меня очень много дорогих карт. Я возьму пятерку. Собака легко. Флэнктон тотем легко. Еще один топор. Или запоматик. Да нет, топор еще один. Да, вообще не топор. Еще одну пальцу села. А у меня нету, да, особого механизма, поэтому, наверное, я откажусь от него. По-моему, вообще ни одного механизма нет. У меня есть перебор оружия, и у меня нету механизма. Да, я беру пиромантера. Ну, что сказать по колоде? Колода нереально крутая. Колода строго на 12. У меня и есть и гроза, и два хекса, и три топора. Ну, единственное, что здоровье у меня может быстро закончиться. Но я надеюсь, я буду отсюда доставать какой-то еще хил. Вот, ну и даже есть на пятерочку похилить себя. Лейт вообще нереально крутой, и Штормград есть, и Защитник Муклы есть, и Килтузет тем более, ну просто жесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, да, ну не так много и активных двоек, но у меня три топора, мне что еще нужно? Вперед.